Еще один весенний праздник появился в нашем городе. 12 марта в Кировском районе прошел фестиваль для всей семьи «Твоя весна». Инициативная группа людей организовала это мероприятие, чтобы подарить радости детям и взрослым, а также поторопить приход в город долгожданного тепла. Создаем радость, праздничное настроение, заряжаем весь Кировский район и город. К празднику была подготовлена не только развлекательная программа. Для детей работали различные кружки и секции Кировского района. Ребята могли принять участие в мастер-классах и получить новые навыки. Игра в шашки, плетение украшений, рисование на бутылках. Дети с удовольствием проявляли свои способности. Также всех гостей ожидал праздничный концерт на сцене ДК «Газа», в котором приняли участие начинающие творческие коллективы города. Понравилось, дети очень довольны. Мы приняли участие в конкурсах, вот сейчас ждем ответ. Составили слова с младшими детками, мы рисовали, и нас нарисовали, нам очень понравилось. В этот день и взрослый ребенок поверили в чудеса. В небо запустили шары с заветными желаниями гостей. Сами же организаторы в этот момент загадали, чтобы мероприятие стало традиционным. И в следующий раз «Твоя весна» собрала ребят не только из Кировского района.